В городском округе продолжается капитальный ремонт МКД. В этом году в региональную программу вошел 61 жилой дом. Как правило, это высотки, построенные несколько десятилетий назад, которые требуют замены фасада, кровли или обновления инженерных коммуникаций. На одном из объектов, где работы уже подходят к концу, побывали мои коллеги. Масштабное преображение как снаружи, так и внутри. Дом на Коммунистической, 18, попал сразу в две региональные программы. Здесь ремонтируют подъезды, а также утепляют фасад. Жители панельного дома 87-го года постройки жаловались на промерзание стен. На сегодняшний день этот дом, он панелями везде закрыт, он утепленный. Даже мне говорят, вот уже когда вошли в зиму, и часть дома уже была закрыта панелями, и там жильцы выходили с благодарностью, что было тепло. И наоборот, те жильцы, где дом еще не был утеплен, они выходили с претензией, почему так медленно работают и не утепляют. Работы были начаты 25 октября прошлого года. Значит, завершить этот фасад мы планируем до конца июня месяца текущего года. Все работы, которые были включены в смету, у нас, в принципе, выполнены. Жители довольны, это самое главное. Дом не просто принял новый облик, но и стал безопасным. В рамках капитального ремонта в этой многоэтажке обновили систему газоснабжения, а также установили датчики загазованности. Полностью завершить работу строители планируют к 30 июня. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.